И еще из криминальной хроники. До 2 лет тюрьмы, а также денежный штраф может грозить жительнице Волгограда за реализацию черной икры. Более 1,5 килограммов этого деликатеса, добытого незаконным путем, полицейские изъяли на центральном рынке города. Согласно российскому закону, все виды осетровых пород запрещены как для любительского, так и для промышленного лова. Однако нелегальные партии осетрины, стерляди, белуги, а также их икры достаточно регулярно изымаются полицейскими. Обычно это происходит на постах ДПС или же в подпольных цехах. Случай, который произошел в Волгограде, особенный. Черная икра продавалась прямо с прилавка в центральном городском рынке. Попросили продавца предъявить документы на реализованную икру рыб осетровых видов. Продавец отказалась. Значит, предъявлять какие-либо документы, сказала, что на данную икру никаких товаросопроводительных документов, а также сертификатов качества у нее нет. В ходе осмотра места происшествия также было обнаружено изъято икра рыб осетровых видов общим весом 1 килограмм 606 грамм. Сейчас вся изъятая икра отправлена на исследование в областную ветеринарную лабораторию. В ходе проверки полицейские надеются выяснить путь ее поступления на рынок. Решается вопрос и об открытии уголовного дела. В случае его возбуждения продавцу будет грозить до 2 лет тюрьмы, а также денежный штраф.